И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же на Lost Island. И сегодня мы пойдем томить Динопитекуса. Да, я не знаю, что мне поделать, я решил, буду, короче, их томить. Ой, тут экспериментировал, случайно нажал на пульте режим РТС, и в общем, короче, они у меня туда-сюда поздвигались. Почему бы нет, в общем, туда-сюда они все поздвигались. Единственное, надо будет им отдельно сделать загончики, а это уже буду делать потом, пока что не хочу. Пойдем, в общем, томить Динопитекуса. Ну, как минимум из-за того, что, как я уже говорил, я хочу все-таки, как вариант, все-таки хочу вывести парочку, это трое, чтобы они были, такие поселные. Да, они у меня как бы лазят под домом, это логично, так как у них здесь вокруг, грубо говоря, спаун, но... какая нафиг дистанция? Левел 150 ж. Вот, в общем, весь спаун вы их прекрасно видите, то есть они только здесь и спавнятся по центру, то есть вы это прекрасно видите. Такой 15 левел, самый мелкий. Взрослый вот этот только. Это я хорошо сейчас заметил. Очень много 150-х, но взрослых не так уж и много. Это я, конечно, да. Ладно, разберемся уже по местам. Что мне нужно для его отомления? Либо хорошее оружие, с помощью которого можно будет завалить его охрану, либо хорошая живка. С живкой, да твою мать, пытался слезть, опять улетел. С живкой проблема в чем? Ну, соответственно, ее просто так не оставишь. Сам же, соответственно, взял, спрыгнул, полетел и так далее. Поэтому попробуем без живки обойтись. Будем обходиться с помощью арбалета. Почему бы нет? Арбалета, и где-то у меня были стрелы. А где у меня стрелы? Слепошары. Вот, с помощью вот этого будем, так сказать, обходиться. Пробовать, по крайней мере. А там что из этого будет? Посмотрим. Кстати, торбилу бы надо сделать. Что-то я про нее совсем забыл уже. Ну-ка. А где у меня стол? А что мне на тебя надо? Кристалл? Серьезно? Походу, надо немножко добыть ресурсов. Просто думаю, лучше установить сейчас, потом забуду опять. Пускай стоит. Рано или поздно пригодится. В общем, что я думаю? Во-первых, здесь может быть в чем загвоздка. А если так? Это не то. Нет, здесь нельзя как-то детеныши убрать, да? Вот это вот. Интересно. Это типа использует гендер, это понятное дело. И тамит. Понятно. Это мы не можем никак использовать. Тогда смотрим, что. Чтобы был не детеныш, не юнец, а обязательно Динопитек. Из ближайших это вот это. Теоретически. Либо вот это. И самое главное, чтобы они не были в одной стае. Потом придется избавляться от них. Так, это вообще вот в этом районе. Это хорошо. Так что давай смотреть все-таки вот тебя.
А то они рядом, мало ли вдруг как что, а там уже совсем противоположное направление карты. Погнали туда. Будем пробовать смотреть, что из этого выйдет. Хотя нифига себе, а баранину кто будет брать? Для его обновления нужна баранина. Его, ее, в общем, будем давить двоих. Нужно обязательно баранина. Баранина. Это у нас сырая баранина. Угу. Ну и берем штук 50, пока будет. Баранина она есть везде. Так что с этим проблем не составит. Чтобы как-то зачищать, как вы понимаете, кого-то притомить, это вообще никакой проблемы не составляет. Да, они жесткие, тут не поспоришь. Урон вносит и все в таком духе, это понятное дело. И как бы будет тяжеловато с ними справиться. Но притомив динусов, это легко. Да и в целом, как вот я сейчас буду пробовать взять арбалет и на синовокропсе, допустим, тусить наверху. И, возможно, они там прыгают, я не знаю. Такой-то притомленный он прыгает, а вот такой, черт его знает. Будем смотреть, будем проверять сейчас, прям буквально в ближайшие минуты. Ой, мне не нравится, где тусуются эти макаки. Почему это чертово болото обязательно должно быть? А? Вот скажите мне, почему это должно быть обязательно чертово болото? Да здорово, здорово, но блин! Почему чертово болото? Ну, слушай, 1,5 косаря, это нормально. Да здорово, здорово, говорю, хватит обниматься. Вот ненавижу таких надоедливых, а? Лезут сразу обниматься. Я, конечно, рад тебя видеть, но зачем сразу же в объятия-то лезть? Так, давай, короче, смотреть. Ну, во-первых, это обязательно должен быть альфа. Как понять, что это альфа, он должен как-то светиться. Ага, вот. Он, собственно, и светится. Отлично. Ай, хорошо, что у меня есть меч. Долбанные муравьи. Отлично. О, отлично. Они еще их раздербанили всех. Так, это юнец. Так, а вот является ли он альфачом или нет? Вот мне немножко непонятно. По идее, да. Так. Уа! Давай, взлетай, взлетай, взлетай. Отлично. Так, от мелких он сам избавился. Красава просто. Красава. Соответственно, что сейчас пытаемся делать? Пытаемся замочить мелкого, да так, чтобы... О, тут их несколько. Это, конечно, весело, но... Опа. Отлично, минус один. А почти угадал. Ай, не-не-не, надо было ниже брать. Отлично. Это, конечно, жабасный, как не знаю кто. Ну, а что поделаешь? Нет, в целом, если я в это попаду, то это не сильная проблема. Почему? Потому что в него так и так нужно будет попадать. Так. А, каннибал недоделанный. Так. А могу ли я уже тебя... пытаться приручить. А вот давай проверим по урону. А, нифига. Пошел ты в жопу. Так, так, так. А, давай, 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 давай. Да что такое, а? Вау! Ничего, мне так шмоточки поломал. Он просто начинает ударять, и у меня сразу же и начинает вниз он лететь. Так, нет, слушай. Вот, вот тут тварь надо мочить. Давай, давай, давай. Взлетай, братан, пожалуйста. Отлично. Не, понятно, на 11 было бы это немножечко легче исполнить, но... Давай, 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 давай. Стоять, тварь!
Да, самое сложное это их поймать. Почему? Потому что здесь мне, допустим, попалась армия юнцов. Э, слышь? Не трожь обезьянку. Не, это обезьянку еще томить надо. Так. Давай попробуем все-таки. Я понять не могу. Мне там... О, видали, сколько урона вносит? Просто огонь. Да, в плане, конечно, отношения урона. О! А я думал, это этот приперся. А нифига. О, в плане урона, конечно, он всаживает, дай боже. То есть, вот так, как я решил попробовать, явно не получится. Ну, как минимум из-за того, что урона всаживает, дай боже. Шмотка, конечно, себе поломал. Ладно, пофигу, разберемся с этим как-нибудь. Вот надо вот там сначала разобраться с этой обезьянкой. Так, как разобраться с этой обезьянкой? Отлично, сначала делаем так, чтобы этот отыгрался. А потом... Резкая поносина, а? Да не в ту сторону бежишь, тварь! Отлично. Самое тупое, что ты пытаешься эту надпись разглядеть, которая появляется на доле, мать мою, за ногу секунд. Да пошел ты в шоп! И без тебя тошно. Ну, а прям в голову. Отлично. И в задницу получай. Последний. Ага, косоглазый. Стой, гад. Серьезно? Как ж ты бесишь. Не трожь обезьянку. Твою мать. Ты уже новую стаю здесь захапал себе. Ты чё, охренел? Ладно, эти хотя бы замочить легче будет. Почему? Ну, они не юнцы и так далее, и они не будут разбегаться. Уроды. Они вот-вот. И вот тусуют. Короче, из всех я выбрал, походу, делал самый худший вариант. Это серьезно? Так, главное, чтобы стрелы не закончились. О, 116, как они быстро заканчиваются, собака нехорошая. Да, еще надо следить за выносливостью синмакропса, чтобы... чтобы случайно что-то пошло не так. Так. Арбалет не самая хорошая идея. Наверное. А вот так уже хорошая идея. Просто нужно... плюс-минус держать себя на высоте. И стрелять по одному. Давай, каннибалы, пошли жрать! Нет? Ну и пошли вы. Вот тебе вторая тушка. Вторую тушку хочешь пожрать? Тварина крутится прямо около него. Так. По идее. Сейчас он будет отхиливаться. Отлично. Вот про что я говорю. Фу. Ну, вот так уже полегче. Сейчас он спокойный. Типа его все устраивает. И всего лишь навсего надо подождать, пока он проголодается. Но это три кормежки. Хочешь пожрать? Фух, три кормежки. Это, конечно, веселье. Не, больше кормежек, точно пять.
И вот теперь вопрос. А он сейчас начнет на меня агриться или нет? По идее, не должен. Кстати, чтобы не потерять своего, ну, по логике, то есть просто заходишь сюда и отмечаешь его. У меня же, как видите, он отмечается модом. Что за мод? Сотни раз про него говорил, поэтому мы лишний раз акцентировать на этом не будем вниманием. Ждем? Нет, ты посмотри, Катин, он в болото идет, мне это вообще прям не нравится. А, жди, пока проголодается, отлично. Вот, мне вот всегда было интересно, вот в такие моменты, если ты вот стоишь перед ним, это как-то работает, что он в другую сторону идет? Или он также продолжает идти, куда хочу, туда лечу? Или как-то можно пробовать его тушками животных переманить? Кстати, давай, ай, да не сильно-то уж и проверим. Улететь успеет. И болосы все оставил на базе. Не, ну я, конечно, гений. О, лягуха. Давай попробуем. Ну, да, лягуха тоже не сильно, то уж такая слабенькая скотина. Вот, допустим, вот так вот, да? То есть вот, агрим на себя. А будет агриться на лягуху? А на труп лягухи? А, говорю, на труп лягухи будешь агриться? Ладно, насрать. Ждите, окей. Во! А труп будет агриться, то есть можно трупом его двигать. Отлично. Отлично. Давай попробуем добыть какой-нибудь труп. Ну, в смысле, пока... А, да ёб твою ж за ногу, пиздюк ты, мать твою, как вы меня бесите. Ой, просто ужас. О, труп. Хе-хе, глазатый. Давай, посрал, красава. Теперь давай за мной побежишь. Ах ты пиздюк. Кстати, покормите. О! Отлично! О! Ничего понять не могу. Давление сбросилось. Из-за того, что он меня ударил. Твою мать! У меня этот стоит на этот атаковать. Так, он мне сейчас на нейтралке, сейчас на пассивке должен стоять. Мой пиздюк его атаковал. Так, ладно, заходим в менюху и смотрим, что у меня там по томлению. А, не, нормально, все, сначала началось, все отлично. Обнулились, грубо говоря. Так, ну ладно, вот это тогда мы убираем. Ну ладно, вот, соответственно, мод я сейчас вам покажу. То есть вот, вот, название наверху. Отлично, то, что он ударился, допустим, мне это не повредило. Окей, окей. Вот 74%, все хорошо. Только единственное, что мне нужно... Братан, мне нужна твоя одежда. Давай, 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 беги, как сможешь. А мог бы второй раз и не бить вообще-то. Козёл. Так. Ну вот, по ходу дела, только так и бы пытаться выманить в ту сторону, куда мне нужно. То есть, прям по-другому вообще очень сложно его как-то куда-то выманить. То есть, только трупаками. К примеру, тот же вариант. Тем более, они меня бесят. Ну, у меня все бесит, кто на меня нападает. Особенно из-под тяжка. Хоп. Отлично. Давай, давай, давай. Во-во-во-во. А теперь так бросаем, чтобы этот козел меня случайно еще раз не ударил. Вот, видишь, и второй раз ударяет. То есть, без вариантов. Ну, здесь уже как-то немножечко безопаснее. Вроде как. Карнотавра я тут завалил. Смех, смех. Но я тут уже бегаю, не знаю, наверное, минут 5.
И даже уже агрю на себя Сарка, чтобы хоть как-то его от воды отагрить. Он задолбал. О, точно, шкурка Сарка же. Пригодится. Так. Ага, нога, тащить тело. Вот, не хочет жрать и все. Давай. Отлично. Беги, 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 беги за мной, беги. А ну так, опачки, отпустили. Отлично. О, отлично, сырая баранинка. Еее. Не, вообще три раза получается покормить хватает. Но просто это очень кучу времени отнимает все это дело. А то смотри, как это красиво выглядит. Да. Ну, раскладка, кстати, здесь обычная. Что вполне себе неплохо. Бабуинчик. А, да в смысле? Вот козлина, а. Я столько... Ой, да ладно, зато притомились. У-ху. Заметочка. Новая заметочка. Очень клево. Жаль, конечно, еще не переведены, но их, я думаю, переводить и не будут на русский язык. Но... Так. Кидается он гранатками, кидается он какашками, это вы все и так знаете. Боеприпасов у меня нету. Так. Кидается он на лечь кнопку. О, добавлено, отлично. То есть вот. Появились какахи, это гранаты, это сборная, то есть он облепливает гранату какахой, и какаха может прилипаться. Так. Ой, хавать надо. В общем, он не кисло так прыгает. Из-за того, что я резко на него сел, и заметка открылась, она открылась... Когда я был на нем, то есть, соответственно, уже плюс в этом плане. Здесь у меня зачем-то два оленя заспавнились на стене. Именно на стене, бедолаги. Так, давай посмотрим. Так, ну вот малой пускай дальше бегает. Эксперимент... О, Традон! Мочить Традонов! Эксперимент продолжается, а вдруг он вырастет? Да, единственная проблемка... Я вот заметил, что он это... Ой, зато с высоты не падает. Не разбивается. Он не любит мелких бить. Он прям очень сильно не любит мелких бить. В том плане, что они залазят под него, и он ничего сделать не может им. А хотя... Что-то на правую кнопку мыши я не нажимал. Не додумался нажать. Ну-ка. Я видел, там кто-то еще мелкий бегал. Эй, мелкий! Алло! Мелкий! Ходи! Да. Не хотят. Ладно. А. Куда нет, это радончик. Ладно, я с арбалета его замочу, так что погнали на других экспериментировать. Ах ты, пигмастакс! Кстати. Работает крик. Козлы мелкие. Иди сюда, пиздел. Отлично. Все это очень сильно работает. Крик работает. И удар под себя. Бэм. То есть их размножает. Дай боже как. Аж обосралась, бедолашка. Отлично. На. О, да такой удар даже это... По басяве будет. Единственное, что сбивается атака очень сильно. А, качать что? Да, естественно, качать урон и качать здоровье. Это прям без вариантов. Хотя бы так. Ну и урон. Скорость передвижения я не думаю, что есть смысл качать. Тем более, что это экспериментальная версия. А именно... О, здорово. А именно версия для разведения. Так, как ты лазишь по стенам? О! Погоди-ка. Ну-ка. Подпрыгиваем и...
Ну нафиг. Клево. Погоди, а так урон увеличивается, интересно? Ай-яй-яй, не лагай. И ну нафиг. 2000! А, это 2000, это мой нормальный урон, короче, почти. Так, 539 стало. А, ну здесь от радиуса зависит урон. То есть, чем дальше, тем меньше урон. Блин, короче, так тяжеловато будет понять. Урон увеличивается, не увеличивается. Теоретически, по идее, должен увеличиться. Ну, в общем, неплохо. А, ну и кокули кинуть. А, ну и по стене залезть. Как по стене залазить? А, ну он просто, получается, подходишь к стене, смотришь на нее, и он... Ну, то есть, прыгаешь на нее, и он это... На нее цепляется, так что ли? А, не, нужно еще раз пробел нажать. А здесь, получается, что-то он сейчас не хочет забраться. Да, еще и багуется, по воздуху бегает. То есть нажимаем пробел, и еще раз пробел, и он тогда залазит. Да, вот лазанье у него и прописано это. Бабах! Под воду. Ладно, отлично, погнали за самкой. Кстати, плавает не очень. Вот прям. Ну, их прям не очень. Но из воды можно прыгать. То есть это немножечко хотя бы разноображивает это самое плавание. Иу. Альфа. Ну а почему бы не попробовать? Да? Как думаешь? Только начнем мы вот с этого. А, почти угадал. Дай в жопу, короче, всякие вот эти прыжки. На нафиг. Почти. Ну, слушай, он с руки по 1700 бьет, а так 1400. Вот единственное, что когда вот он подкидывает, есть смысл, то есть, жахнуть, жмахнуть. А так вот, по 1700, то есть, наносится это уже, как бы, ну, то есть, я говорю свои цифры, то есть, а вот так воздух поднял, на нафиг, и сразу 3,5. На нафиг, то есть, вот со скалы летишь какой-нибудь так, и сразу, бэм, и доп урон. Я бы не сказал, что изи-бризи, но все равно замачкарили его. Отлично, половина хп мне снес к чертям собачьим. Но зато больше урона. Следующего мочить будет легче. А я все еще бегу дальше навстречу. Да, терн какать. Ну, в смысле, кинуть какать. Ай, господи, это смешно. Но... Довольно метко. Я бы так сказал, очень довольно метко. Просто я вот... А, ё-моё, ты чё подлагиваешь-то, собака? Бросок какашками-то я не тестил. И вот хочу потестить по летунам. Отлично. Более-менее. Не, слушай, давай все-таки также попробую не на это. Не будем рисковать всякими диносами, да? Давай лучше отправим тебя на базу. Гортуй там, защищай там всех, как себя. Красава. А я пойду уже по старинке. Для меня уже по старинке. С голой жопой. Потому что... Правильно, шмотки я не починил. Я ж пошел, типа, урон потестить и так далее, и в итоге уже не заметил сам, как пошел томить. Ну, с голой жопой это не означает, что... О! Здорово, Лёва! Лёва, здорово! Теперь-то я знаю, что нельзя на боссов брать. На нафиг! Почти! Их просто это, не призывает на босса. О! Ну, допустим. Не на меня и насрать. Да. Здесь по прямому можно и долететь. Ч
Чего-то мне не нравится, там такой тысяч у них. Их там так много. И ужасные птицы еще. Блин. Еее, парашютик. Ну, зачищать не перезачищать здесь. Если что, мне опять попалась такая же срань. Ну ты посмотри, всякие юнцы и так далее. Ёп твою ж за ногу. Ой, добрый вечер. Юнцы, детеныши и так далее. А, так как отвратительно. О, зато нормас. Детеныш подставил. В целом лучше, я думаю, не пытаться опуститься низко. Они тогда начинают сдриснивать. А тут вот. Этот, стрела в лицо, а ему насрать. 181 хп, а ему нормас. Он все пытается, типа, это, выпендриваться. Тактика! Ах ты, козел. Слышь, ты что, в матрице, что ли? Уклоняется еще от моих стрел. Ну, короче, это надолго. Так, ну вроде бы поразваливал-то всех. Вроде как. Вроде как даже никто не убегал. Давай пробовать. Так, отлично. Все, покормили. Эй, это наш сеструня. Все нормас. Ждем. Вот, со стрелой в жопе ходит. Все нормально. Не бузит. И замечательно. Есть что, только ягоды. Ждем. Одна маленькая проблема. Там Ленин сбросилась. Почему? Дидикурус просто подошел и жахнул по ней. Прикинь. То есть, короче, всех, кого они агривают до, надо мочить. Но и случайно не зацепить. Козел, козел, ты понимаешь? Ты это... Да это какой ты, нифига ты не понимаешь, сколько ты мне времени сейчас испортил. А мог бы жить припеваючи. Ну как припеваючи? Не сдохнувши. Ты смотри-ка. Ты просто мечом не пробить, а? Ой, вы голодны. Я тебе покушать принес. Кушать? Кушать. Ждем. Отлично. Ну вот давай проверим, сколько по времени следующий кормежку мне зовет. Опа, че? Ну как альфа опять засветился. В данном случае она. Интересно, это че, кто-то здесь заспавнился? Ах ты пиздюк! Интересненько. Хоп, и все. Отличненько. Самое главное за этим следить. Нифига себе. И вот неизвестно, что было бы потом проверять. Я не хочу, я прождал тут довольно не кисло по времени. Так что давай-ка лучше не будем проверять. И вот еще разочек. Отлично. Это заняло не так уж и много времени. Ну, в смысле, следующий кормежка. Ну и здесь все точно так же. На нафиг. А потом так вот. На нафиг. Черт, и так. Ну, кстати, можно манекен поставить и на нем типа тестить. Но мне лень. А здесь левела не дали, потому что заметку вторую не дали. Как-то так. Ну ладно. Это и не обязательно. И вот смотрим характеристики. У самки, получается, с ХП проблем нету, а у мужика изначально было 33, а у самки 24. У самки энергии больше. В общем, да. А, ну у самки еще и очень много в скорость вкидано статов, то есть как бы вот так вот примерно.
Ну, урон от самца, энергия и здоровье от самки. И прям будет идеальный. Такие вот дела. Ладно, разведением займемся в другой серии. Ну и что? На этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, а также делиться моими видео со своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра. Всем пока.